Мої вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий свіжий випуск з пані Оленою Бюн, нашим тарологом. Я вас вітаю. Вітаю. Я нагадаю нашим друзям, що у нас 16 квітня на календарі, зараз 17.04 за українським часом. Дякую, що ви доєднуєтесь до нашого етеру. Ставте вподобайки під цим випуском, а також підписуйтеся на YouTube-канал пані Олени Бюн і на мій також. Пані Олено, давайте почнемо із подій безпосередньо на фронті. Люди кажуть, що подивіться, будь ласка, це нас зараз дуже сильно турбує. Яких взагалі новин очікувати? Що зараз готує Росія? Надо быть в ближайшее время, вот к концу недели, ну вообще вот эта неделя очень внимательными обстрелы. То, что фронта касается, сейчас покажу. Сейчас фронт. Что они? Ну они, смотрите, какой-то указ им, указивка какая-то им негласная дана сейчас. Им нужны, я так понимаю, территории, хоть какие-то территории. Такое впечатление, что они будут двигаться в двух направлениях. И не там, где, ну как они считают, не там, где их ждут. Но так быстро у них не получится. Вот это мы говорим медленно, медленно. Ну, не получится у них то, что они хотят, одним словом. Вони вже почали свій великий наступ, про який всі пишуть, чи ще ні? Великий наступ, наступальці великі. Вони забули, скільки вони Бахмут і Авдіївку брали. Кремлівські почали свій великий наступ на території України. Великий наступлення своє почали. Я бы не сказала, что это наступление, это, знаете, так, какие-то действия такие, ну, их, ну, как своим они преподносят, что это может быть наступление, но на самом деле нет. Потому что, видите, все, что они не делают, у них разочарование, они не получают того, что они хотят. Ну, там у себя трубят, наверное, скорее всего, что да. На самом деле нет. Наші бійці кажуть, надзвичайно складно в часовому ярі. Окупанти намагаються продертися в місто. Наразі, станом на цю годину, на цю хвилину, коли ми спілкуємося, часів яр під контролем України. Чи не стане для нас часів яр повторенням Бахмута та Авдіївки? Я його вже смотрела кілька разів. Звісно, там ситуація складна. От у них ціль, видимо, поставлена, то, що стосується часового яра. Часов-Яр оккупируют российские войска. Часов-Яр оккупируют российские войска. Медленно, видите, медленно они двигаются, медленно. И причем, наверное, с флангов как-то, справа-слева они двигаются. Уничтожая все на своем пути, как всегда. Ох, держат наши ребята. Ну какой ценой? Какой ценой? Цель поставлена. Пока, смотрите, говорю пока, потому что очень сложно. Вы же понимаете, в какой ситуации сейчас находятся наши ребята. Все, что касается силы, помощи. Ну, сейчас еще три карты. Опасность оккупации. Ну, опасность есть, к сожалению, есть. У меня, это я его уже какой раз смотрю, но мы его, если вдруг, не дай бог, это произойдет, скажу так, все-таки есть здесь некие нюансы, когда этого можно избежать, но цена вопроса очень велика. Все равно мы его вернем. Карта дежавю сразу выпадает. Тобто є ризики того, що нам доведеться відійти звідти? Ну да, потому что вы же понимаете, они пользуются этой ситуацией, что нету помощи, нечем. Ви на початку нашої розмови коротко так згадали про масований обстріл, що Росія його прям
вже планує. Розкажіть більш детально, бо я знаю, поняла, що ви робили вже, напевне, розклад по цьому питанню. Тобто, наскільки він може бути великим, які будуть цілі у Путіна під час цього обстрілу? Тут не столько массированы, вот они будут в такое впечатление, как раньше, да, брать определенные цели. Какие цели на ближайшее время кремлевских в приоритете в плане обстрела Украины? Какие цели? Здесь они наоборот. Видите, все равно у них некий тупик на фронте. Ну, медленно все это. Недовольство, возмущение. Быстрее, быстрее. Ну, у них же праздники надвигаются. Какие цели? Какие цели? Значит, судя и по раскладу, и здесь тоже, это как-то связано с очередным их жертвоприношением, каким-то мощным. Возможно, два вида, или же их два, или же они какие-то такие. Поэтому им нужны жертвы опять. Вот что-то в конце этой недели надо быть очень, очень внимательными. И цель — это вода. Все, что связано с водой. Ну, отзеркалить. Они хотят отзеркалить ту ситуацию, которая происходит у них, как у них уже кара наступила, и она будет разворачиваться большими темпами. Создать нечто, повторить ту ситуацию, что-то наподобие Каховской ГЭС у нас. Поэтому тут все, что рядом с водой, любых водоемов, опасность очень велика. Ви кажете, на щось з водою пов'язано. Чи це енергетичні об'єкти? Чи це енергетичні об'єкти біля води? Це енергетичні об'єкти около води. Так. Ну, так. Да. К сожалению, да. Вода, кубки и дьявол, да. Ну и тут и еще, смотрите, в ближайшее время, тоже, мы уже предупреждали об этом, ну, карты предупреждали. В ближайшее время, все, что касается дневное время, когда нет обстрелов, там, где много людей, большие города, особенно Киев, торговые центры, я не знаю, базары, вокзалы, будьте внимательны, если там говорят, что может быть минирование, значит, действительно реально реагируйте на то, что это может произойти. Что-то еще какую-то они хотят диверсию внутри сделать. Но при этом здесь максимум сосредоточены усилия, чтобы этого не допустить. Одне із питань, що хотіли люди вас запитати, про те, що Росія планує на 9 травня. Трошки воно ще далековато до того, так, 3 тижні. По Україні чи у себе зі своїм парадом? Давайте загалом по Україні, те, що нас всіх стосується. Що кремлівські планують на 9? Ну, опять же, 9 мая, конкретне число, ви ж розумієте, вони кілька днів до і кілька днів після. Що кремлівські планують на 9 мая, то, що стосується України, обстріли вони планують. Ну, опять же, разочарование у них будет. Желание оккупировать, да, определенную территорию. Я так понимаю, что это часто я, но при этом будут его разрушать. Он же и так майже зруйнований. Сегодня в видео військові надсилали, капец. Все, что касается ограничить нас со светом. Ну, энергетические объекты. Ну, вот то, что мы с вами говорили. То есть тут ничего нового, обстрелы. Одним словом, обстрелы. То есть желание показать своему электорату, ну, что тут плохо, совсем плохо. Ну, перевести опять стрелки. Идиотизм, помню. Нас запитували про місто Берислав на правому березі Херсонщини. Окупанти його стирають. На жаль, з лиця землі. От буквально сьогодні скинули авіабомбу, є багато постраждалих. Чи буде тиша в місті Берислав? Це в нас правий берег Херсонщини, ну, біля річки. Так? Неспокійно. Угу.
Ну, видите, там близко, как я понимаю, и защиту там невозможно поставить. Ну, видите, куда они достают, туда они же и пытаются там вот эти негативные действия делать. К сожалению, неспокойно. А взагалі, чи повернеться, пані Олено, мирне життя в Береслав? Мирне життя в Береслав вернеться. Херсонська область вернеться. Ну, будет возвращаться, да. Смотрите, к сожалению, пострадало место очень сильно. Очень. Будет. Да, тут даже какие-то международные контакты, я не знаю, что у них там было, но какие-то между... Или же это восстановление будет с помощью западных партнеров. То есть, да, жизнь будет, работа будет, будет. Пишуть нам из Харкова и питают, чи вы бачите, что місто Харків прикриють надійним ППО? Що нам дадуть якусь протиповітряну потужну оборону. Могучі стійки Харків прикроють ПВО. Прикроють ПВО. Від російських бомб. Смотрите, чим-то його прикроють, да. Ну тут... В чем здесь идет опасность того, что, ну, это как-то будет сделано хитро, я очень надеюсь, потому что будут постоянно пытаться уничтожить его, достать его. Но что-то будет, да, видите, будет. И причем тут двух вариантов, я так понимаю, что-то будет. Чи ви прогнозуєте, що дуже скоро будуть знову удари по нафтопереробним заводам Росії, незважаючи на те, що Америка не схвалює такі удари? Нефтеперерабатывающие заводи Росії, що там з ними? Ну, я не знаю, ну, хто-то буде наносити. Буде. Тобто будуть все-таки, так? Да, будет, кто-то будет. Ну, угу. Барабашки будут наносить, да. Здесь карта хитрости, видите, кто-то будет. Не однозначно здесь. Это, видите, это очень эффективно, это наносит удар, это слабое их место. Однозначно, нащупали. Угу. Зараз всі говорять практично, політики, військові, глави держав, прем'єр-міністра, так, що цей тиждень і, скоріш за все, наступний буде однозначно вирішальний для нашої держави в плані допомоги з боку Сполучених Штатів, яку, можливо, схвалять. Бачите, основне слово «можливо». Ага. Зрештою, чи дійсно це так? Що Америка схвалить допомогу, чи не схвалить? Оце зараз зависло в повітрі. Як це тяжело їм дається. Борьба. Смотрите, сколько карт розложила. Ну, что-то они примут. Еще раз, это, ну, оно нам не совершенно не подходит, я бы сказала так. Все равно, видите, у Украины будет помощь из других источников. Они себе играют в минус. Они этим самым себе... Они уже подорвали репутацию в мире, и этим самым они, им тяжело будет восстановиться. То есть вот эти выборы, то, что мы прогнозировали, они еще вот не достигли своего пика, но уже столько они негатива самому имиджу США принесли, еще будут приносить.
Ну, сьогодні інформаційним простором розлетілося інтерв'ю Зеленського американському телеканалу, де наш глава держави сказав чітко і конкретно, що зараз співвідношення снарядів 1 до 10, а літаків 1 до 30. За таких умов виграти у Росії шансів немає. Пані Олено, чи готує нас президент до можливої поразки в війні? Президент Зеленський готує Україну до пораження в війні. От своїм заявленням. Готує пораження. Бо тоді що він хоче цією заявою сказати? Ні, тут карта однозначно перша говорить ні. Не готує. Ні, це... Понимаете, здесь надо читать между строк. И между строк действительно, что Украина будет стоять столько, сколько она будет стоять до конца. А вопрос следующий. Как дальше будут развиваться события? И понятно, что не дай бог, гипотетически, если Украина не выстоит, это же вся Орда хлынет на территорию Европы. То есть у них планы остались дойти до Ла-Манша. То есть вот думайте, господа товарищи, думайте. Оно вам надо это? Ну, приблизительно что-то так. Є інформація, от сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Пекін. І після зустрічі з Сі Цзіньпіном була, власне, інформація, що Китай хоче мирної конференції для врегулювання війни. Але вони війну війною не назвали, вони назвали українську кризу, що найбільш болюче. Давайте так, от те, що от Китай хоче мирної конференції для того, щоб закінчити війну за участю Росії та України. Чи вдасться Китаю всадити за стіл переговорів і Зеленського, і Путіна, або, скажімо так, представників України та Росії? Вдасться Пекіну всадити за стіл переговорів. Давайте так, Зеленського і Путіна, фігуру Путіна. А потім давайте представників глянемо. Більше похоже на представителей України. И Россия, да, садить за стол переговоров. Понимаете, здесь больше как-то представители России, скажем так, и представители каких-то влиятельных лиц, то, что касается Запада. По сути, эти переговоры и обсуждения, они уже идут. И здесь, опять же, мир разделился. Одни за то, чтобы покончить с Россией, другие, ну, для того, чтобы она выстояла. Здесь Китай играет опять в свою хитрую игру. Здесь у него свои амбиции. Видите, ему нужен выход... Торговля ему нужна, ему нужно, как было, чтобы было как раньше, понимаете? Потому что иначе он так тихонечко загибается. Все-таки экономическая криза в Китае, она есть. По сути, ему все равно, но ему главное свои вот эти приоритеты. И сейчас как раз-таки смотрите, что происходит. И Макрон ездил в Китай, и Шольц уже, по-моему, второй раз, да, туда ездил. Звичайно. Здесь такое впечатление, что, видите, как бы США, оно отходит на второй план. Здесь не упоминается эта страна. А пытаются таким образом, видите, сотрудничать с Китаем, вытащить Китай, притащить одним словом Китай в Европу, да, чтобы сотрудничать с ним. Вот пусть США задумается над этим. Ну, Сполучені Штати такими темпами, вони втрачають лідерські позиції в геополітиці. Так, да, ну ми ж сказали об этом, так. Да. Виходить, що. Наступне питання дуже цікаве. І я вважаю, що ну, слід його висвітлити. Питають наші люди таке. Чи не планує Путін із затоплених територій Росії переселити росіян на окуповані землі України?
россиян переселить. Мне тоже часто задают вопрос. Бачите, да. Россиян да. переселить с затопленных территорий на территорию Украины. Планирует Путин переселить? Нет, это не... Ну, смотрите, здесь... ну, может, совсем мало, да? Один кубок здесь. Ну, кого-то там. Совсем мало. Нет. Здесь вот... И политика, смотрите, вот то, что там затоплено, и то, что еще будет делаться, но это, видимо, не в этом регионе. Еще раз, это где-то, по-моему, там уже у них тоже что-то с водой. Юг их, там, где Сочи, вот это вот, где комфортное проживание очень. Фокус. Где у них элитная недвижимость вот эта вся, в том числе и кремлевская. Вот такое впечатление, что у меня был такой расклад, что... Кремль будет рассчитываться своими территориями или же своей территорией со своими покровителями, поскольку покровители давали раз шанс, давали два Кремлю шанс, три. То есть они уже устали от этого. То есть тут делается все, видите, и сдерживающий фактор для Украины, и результата со стороны Кремля нет. Он будет рассчитываться своей территорией. Куда переселять будут? Вглубь куда-то, я не знаю. Внутрь туда, к себе. Вот вы взагалі не бачите такого плана Путина, чтобы заселить? Я не вижу, чтобы в Украину, нет. Ну-ка еще раз. Скажімо так, от лояльними, саме лояльними до себе людьми. Ну, як це? Масово переселить росіян в Україну. Масово переселить росіян в Україну. Здесь тупик. Здесь уже эта тема, видите, обсуждается. Нет. Видите, недаром у них идет, где-то будет. Мы не говорим про везде эту большую воду. Она не просто так идет. Здесь есть хитрость. Видите, здесь идет отчуждение их же территории. Нет, это не Украина. Это... Ну что у них там, благодатные места есть, Мурманск, Ямал, что там у нас у них, Сибирь, вот туда. Камчатка. Ну да, там еще природа хорошая. Ну чего? Мурманск. Идеально просто, да? Да. Гаразд, а Россия будет тонуть дальше, да? Россия будет сначала вода, потом пожары, там у нее начнутся, потом она Кайф. Будет гореть. Кайф. Тоже это рукотворное, частично природное. Ну и как вишенка на торте, какая-то техногенная катастрофа. Мощная. Вот от этой катастрофы они будут бежать. И вообще, то, что касается воды, вот этих затопленных территорий, допустим, мы смотрели Курганскую область. Там же есть шахты, видимо, по картам четко ракеты, вот ракеты, которыми гипотетически нас могли бы обстреливать, эти шахты частично затоплены и затоплены. То есть они сильно переживают за это. Но это как бы была их защита, как они считают. За людей никто там не думает. За ракеты и что там еще пытаются скрыть. Что там есть в Курганской области, и не только в Курганской. Там писали, что там урановые рудники. По старшему аркану умеренности это какие-то, ну, химические элементы. И людям, даже когда вода сойдет, россиянам там будет опасно жить. Это что-то несет болезнь, невидимую болезнь, и от которой будут уходить в мир иной. Сьогодні з'явилася ще інформація, що Франція нібито вирішила запросити Російську Федерацію на ювілей висадки союзників у Нормандії. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на західне видання. От, чи це правда, чи це фейк? Як ви бачите? Франція дійсно хоче запросити росіян. Значит, Франция запросит.
Кому-то пришла эта идея в голову. Ну да, в принципе, да. Остаточного решения как бы нет по этой карте, но мысли такие есть. Да, пригласите, видите? А от, до речі, цікаво виходить, пані Олено. З одного боку, французи хочуть відправити свій легіон в Україну для захисту нашої території від російського вторгнення, а з іншого боку, знаєте, як ніби іншою рукою запрошує Росію до себе. Якісь несумісності в мене взагалі, може у вас так само щось дивно? Це є, і мені прислали інформацію, що це є в пресі где-то в западной, по-моєму. Да. То Франція, вона ж сотрудничає негласно, щось закупає у Росії. І закупила за 2 роки війни на достатньо велику, ну, якийсь обмін між ними є. Максимально цинічно. Ну, это то же самое Германия, там же тоже она помогает через третьи страны, да. Вот и наши союзники. Капец. Так, пише наша глядачка із тимчасово окупованого Бердянська, що почула від загарбників таку інформацію, що буцімто подождіть немножко, 26 сентября буде мир. Звісно, що їх ніхто не питає, а які причини, ну, якби, ну, ви розумієте. Звідки взялася ця інформація? Чи це так просто, знаєте? 26 сентября? А чому саме 26 вересня? Я от не знаю. 26 сентября говорят росіяни, що буде мир. Може, да, друзі, напишіть. На окупованих територіях. Напишіть, друзі. Это обман, вообще карта обмана идет. Или же, знаете, это где-то кто-то услышал что-то. Ну, тут нет, тут что-то не соответствует действительности, во-первых, да. А первая карта говорит о том, что где-то что-то кто-то услышал и понеслось. Тут можно сказать, смотрите, с намеком на то, что ходят слухи, что будут какие-то изменения в Кремле, во власти Кремля. Но вот когда они произойдут? В какой период времени? И карты все время показывают. Здесь намек на то, что будут там уходить в мир иной. Объявят ли они эту фигуру Путина, ушедшим в мир иной? Так какие-то там, что-то там... Что-то там, понимаете, сейчас на них идет сильное давление. Еще раз мы говорим о том, что их так называемые покровители кремлевские требуют от них, я так понимаю, не только расчета, взаиморасчета, который Россия получила, Кремль получил за территорию Украины, которая, ну, по факту не проигралась у них. Еще здесь они никак не могут согласовать, кто же там сядет в кресло Путина. Такое впечатление, что покровителям надо, вот у меня так прослеживается, они бы хотели, чтобы этот проект Путин дальше существовал. А те хотят, там короли мечей у меня, а те же хотят посадить своих деток там. Двое или трое пихают своих детей в кресло Путина. И вот это там какие-то нестыковочки. Что-то там будет происходить. Тут много событий грядет. Тут, понимаете, здесь каждое ближайшее время может быть что-то несподиванное, да, такое. Mm-hmm. Тут же у них и эта вода большая, и все на свете, видите, как оно закрутилось. Хочу вас запитати, пані Олено, про Залужного. Знаю, що ви робили сьогодні більш детальний розклад на колишнього нашого головнокомандувача, тому я нашим глядачам скажу, що на каналі Олени Бюн є відео, де ви можете більш детально про це подивитися. Я вам поставлю лише одне єдине питання з приводу нашого екс-головкома. От що наші глядачі послухали одну із старологинь, і вони почули, що нібито Залужний перебуває під домашнім арештом. От навіть така інформація. Ну, я знаю, вони мені писали, я тільки не знаю, куди це взялося. Так, да, я теж от, якби, не розумію, звідки, і якось воно... Ну, давайте ми уточнімо, дійсно Залужний. О, карти почали возмущатися, смотрите, зразу. Карта справедливості. Тож, про що це свідчить?
Да, что это не соответствует действительно. Сейчас посмотрим. Действительно, заложенная под домашним арестом. Не, ну смотрите, иллюзия. Ну вообще, ну бред они говорят. Бред. Ясно. Не-не-не, потому что, ну, даже если, смотрите, они говорят, если бы ну, он находился под домашним арестом, это все равно бы был бы вытек информации. И на этом бы плане тут бы, знаете, какое шоу устроили нам? Не-не, иллюзия. Когда Залужный, его назначили, да, вот анонсировали, что он будет послом Великобритании, по раскладу там было, что есть некие моменты, которые нам с вами не надо знать, какие цели стоят перед Залужным. Тоже и в этом раскладе. Мы услышим о нем, мы в скором времени, это все будет нам известно. Но не надо нам лезть туда, куда... Не надо, потому что если мы хотим. Да, здесь, понимаете, нет, здесь это касается Украины. Ага. Если мы хотим быстрейшей победы, если мы хотим Украины, да, и быстрейшего спокойствия и прочего, то не надо нам залазить туда, куда не надо. То есть есть некие моменты, которые, ну, надо неким образом обыграть. Пан Залужный здоровый. Сейчас узнаем. Пан Залужный здоров? Как здоровье у пана Залужного? Со здоровьем у него все хорошо. Видите, и здесь по картам. Ему надо... Перед ним стоит задача, скажем так. Есть такие моменты сейчас, которые Украина... ну тяжело ей сдвинуть с мертвой точки. Ну, как мы видим, да, нам искусственно вставили палки в колеса, и вот эти палки нам мешают двигаться вперед. То есть надо продавить эту ситуацию. Для этого надо приложить очень-очень много силы, чтобы это сделать. Ну, скажем, вот так. Mm-hmm. Це, до речі, ви кажете, пані Олена, постійно про воду, про те, що в цьому році величезні загрози від неї. Я от зараз дивлюся, тут листаю телеграм-канали, бачу, що в Дубаї зараз потужний ураган та злива, літаки плавають. От уявіть собі, плавають літаки. Ні, ну це, чесно, фантастика, якась жах. Просто це нам природа мстить, каже, задуматися над чимось. Це правда, теж так, бо карти вже, коли, знаєте, у природи урвався терпець. Сверху, да, сколько можно терпеть этот безлад, да, то, что сейчас творится на планете Земля. Особенно вот то, что касается россиян, то там уже терпец хорошо урвался. Сейчас это будет у них по нарастающей идти. Там прямо четко по картам, и, наверное, кто смотрит расклады, уже сочетание карт выучили, кара за все содеянное. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Хочу останнє питання вам поставити, пані Олено. Звучить воно так. Чи, як ви бачите, президент Зеленський восени 24-го року буде главою нашої держави? Осінь 2024-го буде. Президент Зеленський. Держава України. Здесь выпала такая двойка. Там у меня выпадала двойка мечей в этой колоде карт с завязанными глазами. То есть здесь несколько вариантов событий. И вот в данном раскладе, смотрите, здесь на арену может выйти какая-то женщина. Кстати, там не выпадала, а сейчас выпала. То есть тут, то есть они говорят, не спешите, вы, ну, осень, да, мы спрашиваем. В предыдущем раскладе спрашивали за лето, там двойка мечей выпадала. Тут, видите, здесь очень много еще событий может произойти. Мы спешим. Ну, как вариант, выходит какая-то женщина на арену.
как вариант, это не остаточно еще. И вообще сейчас Зеленскому очень идет большая опасность жизни, очень. Не только ему. Если я делала вот расклад на Залужному, Залужному тоже, его семье идет большая опасность жизни. И нашим гетьманам тоже, но Зеленскому очень большая опасность жизни идет. Дякуємо, пані Олено. Ставимо крапку в нашому сьогоднішньому випуску. Дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була тарологиня Олена Бюн. Будь ласка, підписуйтеся на YouTube-канал пані Олени. Посилання в описі під цим відео. Також на мій. Всім гарного настрою і тихих днів. До побачення. До побачення.